Они грязи не боятся. Более 150 спортсменов из различных городов России встретились в Щелковском районе. Уже не первый год проходят соревнования по мотокроссу. По-настоящему захватывающий вид спорта мотокросс привлекает все больше молодых людей. Не останавливает ни опасность получить травму, ни тем более грязь. Карьер вблизи села Анискино по традиции принимает любителей мотоспорта. На этой трассе, где мы сейчас находимся, проводился один из первых чемпионатов Кубка СССР по мотокроссу. И на сегодняшний момент мы как бы подняли то старое и пытаемся все это вернуть. Приуроченные к Дню России состязания объединили участников из Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и других городов России, а также стран СНГ. Поприветствовали и поздравили гостей соревнований районные и городские власти. С праздником вас вместе всех! И что мне хочется сказать? Россия была, есть и будет великой державой. Вместе всем радуемся друг другу, общению и нашему великому празднику Дню России. Праздником вас! Мотоспорт – это спорт мужественных людей. Я это сегодня понял, когда попытался проехать сюда на своем автомобиле. Вот. Я желаю всем хороших стартов и победных финишей. От любителей до профессионалов в соревнованиях приняли участие 4 класса спортсменов А, Б, С и Д, где последние совсем недавно связали свою жизнь с мотокроссом, а первые уже опытные спортсмены, кандидаты и мастера спорта. В заезде класса А участвует Максим Назаров. В копилке молодого человека призовые места на чемпионатах Европы и мира. Трасса вообще превосходная, классная организация, мне здесь очень нравится. Я приезжал даже сюда тренироваться в далеком детстве, вот. И погода подфартила, можно сказать так, не пыли и уже не грязи, потому что раскатали. Не меньше удовольствия от состязаний получают и зрители. Конечно, за пределами трассы такого экстрима не испытаешь, но зрелище все равно захватывающее. Погода классная, трасса тоже очень подготовленная, поэтому очень интересно посмотреть, как ребята проедут класса. На самом деле очень зрелищные соревнования, и даже для тех, кто далек от мотокросса, просто интересно приехать посмотреть в День России тем более. Победители и призеры получили ценные призы, кубки и грамоты, но главное – удовольствие и заряд ярких эмоций. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».